Мы находимся в соборе Санта-Мария-де-Ифрари в Венеции. Перед нами огромная алтарная картина Тициана «Вознесение Девы Марии». Это полотно 23 фута в высоту, очень большое. Это означает, что апостолы — фигуры внизу, указывающие на Марию — больше человеческого роста. Апостолы просто в неистовстве. Мы даже не видим лица апостола в красном но он возвышается справа, привлекая наш взгляд. Он воздевает руки к Марии, и мы переводим взгляд на нее. Богородица вскинула руки в молитве, но также и навстречу Богу Отцу над ее головой, а он распахнул руки еще шире, принимая ее на небеса. Это и есть вознесение. Дева Мария покидает бренный мир и возносится на небеса. Чувствуется, как будто земные фигуры тоже хотят преодолеть силу тяжести и подняться вместе с Марией на небо. Тициан очень интересно играет с масштабом. Когда мы смотрим на фигуру Бога, расположенную дальше, масштаб не меняется, поэтому он кажется массивнее и простирается по небу. А фигура Девы Марии кажется чуть укороченной. Мы смотрим снизу и видим вокруг нее золотое сияние, которое окружает фигуры ангелов, поддерживая Марию на облаках. И словно золотое свечение духовности льется из алтаря собора, который окружен готическими окнами, и нарисованное свечение окружено еще одним, уже настоящим. Тициан поразительным образом использовал композицию. Вспомним, что картина расположена высоко над алтарем, в самом центре. Когда вы заходите, ваш взгляд устремляется вдоль нефа, прямо к огромному полотну. И поскольку оно большое, и на него должны смотреть прямо, можно было создать симметричную структуру. Но вместо этого художник вносит асимметрию даже в расположение фигур внизу картины. Видите, они жестикулируют по-разному. Фигура Марии вся состоит из плавных дуг и диагоналей. Посмотрите, как тень от ее накидки движется вдоль левой руки, а затем не спадает по диагонали через все тело. Эта диагональ зрительно смещает фигуру из центра. Оказавшись внутри собора, вы сразу видите эту картину в конце нефа. Она как будто обрамляется аркой в алтарной преграде, так что ваш взгляд сразу попадает на картину. Ее очень сложно воспринять в репродукции как и еще одно полотно, которое Тициан создал для этого собора — Мадонна Пизаро. Их нужно видеть вживую. Они должны ошеломить вас своим масштабом, богатством красок и сложностью, не только теологической, но и композиционной.